Всем привет, дорогие друзья, с вами Глеб Задоя, и в сегодняшнем видео мы поговорим о том, как самому научиться трейдингу, и вообще надо ли самому учиться трейдингу или все-таки идти на курсы обучения. И вот я сначала хотел бы ответить на второй вопрос. И как вы знаете, я в этом вопросе немножечко заинтересованное лицо, и как человек, у которого есть курсы обучения по трейдингу, собственно, я сейчас должен был вам сказать, что обязательно идите учитесь кому-нибудь, обязательно покупайте курсы и так далее. Кстати, полезные курсы вы, конечно же, найдете в описании к этому видео, но я этого делать не буду по одной простой причине. Я честен со своей аудиторией и могу честно каждому из вас сказать, что абсолютно точно сейчас можно научиться торговать самостоятельно на финансовых рынках, потому что есть огромное количество информации. Книги, бесплатные вебинары, бесплатные марафоны, куча видеороликов на YouTube, всяких трансляций и так далее. В том числе у меня на канале есть масса полезной информации, которую вы можете изучить и по которой вы, в принципе, можете самостоятельно научиться зарабатывать деньги на финансовых рынках. Вот в те времена, когда я начинал в 2005 году, не было вебинаров, не было YouTube, не было никаких марафонов, телеграммов, не было такого объема информации. И вот тогда я могу точно с уверенностью сказать, что тогда научиться зарабатывать деньги самостоятельно на финансовых рынках было просто, ну, практически невозможно. Для того, чтобы тогда научиться зарабатывать, вам нужны были наставники, вам нужно было обучение, вам нужно было попасть в среду трейдеров, там, да, аналитиков, может быть, тех людей, кто уже занимается финансовыми рынками. Сейчас такой объем информации, что абсолютно каждый может это сделать самостоятельно. Ну, а теперь, собственно, к главному вопросу, как самостоятельно научиться трейдингу. Возвращаемся к тому, что сейчас есть огромное количество информации. Начать я рекомендовал бы, конечно же, с книг. Самое простое, самое доступное. Читайте книги по финансовым рынкам, изучайте экономику, финансы, фундаментальный анализ, изучайте биографии трейдеров, истории всякие разные. Ну и прикладные книги, которые, собственно, касаются торговли на финансовых рынках. Конечно же, ну вот в моей картине мира, в моем восприятии, подавляющее большинство книг по трейдингу практического применения, они не имеют никакого. То есть то, что вы там прочитаете, это будет, ну, вам чисто так для мировоззрения. Да, расширение вашего мировоззрения, но и это будет крайне полезно. Кстати, у меня есть видео о том, какие книги стоит почитать каждому трейдеру и инвестору. Обязательно тоже это видео посмотрите где-нибудь в закладках, либо там в описании к этому видео я ссылочку на этот видеоролик обязательно оставлю. Первое, с чего начинать, это книги. Книги и, собственно, вот та самая бесплатная информация, коей сейчас огромное количество есть в интернете. YouTube, вебинары, марафоны, телеграм-каналы и так далее и тому подобное. То есть вот черпайте информацию отовсюду, откуда вы только можете, а ее сейчас просто огромное количество. Второй важный фактор, который вам поможет самостоятельно научиться зарабатывать деньги на финансовых рынках, это, собственно, нетворкинг, общение с другими трейдерами. Если вы хотите, как говорили одни в свое время очень популярные, собственно, бизнес-тренеры, если ты хочешь стать соленым огурцом, тебе нужно попасть в банку с точно такими же солеными огурцами. Нетворкинг. В любом деле нетворкинг, общение, какие-то инструменты, которые вам помогут почерпнуть опыт от других людей, это то, что вам поможет самостоятельно учиться зарабатывать деньги на финансовых рынках. Общайтесь с другими трейдерами, смотрите, как они торгуют, задавайте им вопросы, общайтесь, нетворкайтесь, насколько это возможно. И это второй фактор, да, второй способ, да, второй шаг, который нужно совершить для того, чтобы самостоятельно учиться зарабатывать деньги на финансовых рынках. Ну и третье, это следующее, это то, что когда мы питаем в себя какую-то информацию, общаемся с другими трейдерами, ключевой и важнейший момент — это все то, что вы узнали, все то, что вы прочитали, услышали, то, что вам рассказал кто-то, где-то вы подслушали и так далее, обязательно применять на практике. Только так и никак иначе. То есть только применение на практике, попытки найти те механизмы, методы, способы, варианты, которые подойдут конкретно вам, только вот переборка вот этого одного с другим может позволить вам научиться самостоятельно зарабатывать деньги на финансовых рынках. Ну а теперь в процессе этого видео, пока я его писал, у меня возник третий вопрос. А для кого же все-таки есть смысл учиться самому, а для кого есть смысл все-таки пойти на профессиональное какое-нибудь обучение, на курсы, тренинги, на какие-то платные закрытые программы и так далее? И ответ на этот вопрос довольно простой. Вот это нужно для тех, обучение нужно для тех, кто не готов тратить большое количество времени, большое количество энергии, перелопачивать огромное количество информации, а кто хочет, собственно, достичь результата быстро, тот, кто хочет достичь результата более качественно и с меньшими потерями. Поэтому, если вы
Понимаете, что у вас масса времени, у вас нет денег, масса времени, куча энергии, вы готовы погружаться с головой в изучение торговли на финансовых рынках, you're welcome, можете самостоятельно учиться зарабатывать деньги. Но если вы понимаете, что вам это нужно сделать быстро, если вы хотите это сделать качественно, с меньшим количеством потерь и в перспективе, скорее всего, с гораздо меньшими затратами денег, в перспективе, реально это факт, то тогда нужно идти на обучение. Ну вот приведу простой пример. У каждого из нас практически есть мечта, у кого-то реализованная, у кого-то нет, построить свой собственный дом. Ну, я уверен, что у многих она есть. Можем ли мы построить дом самостоятельно? Очевидно, можем. В принципе, любой человек, у которого есть руки, ноги, голова на плечах, в общем-то, даже не имея там строительного образования, инженерного образования, еще какого-то там, какое-то нужное образование для того, чтобы построить дом, может это сделать самостоятельно. Просто соблюдая технологию, никуда не спеши, не торопись, делай все вдумчиво, своими руками, аккуратно, там, спокойно и так далее, и никаких проблем нет. Залить фундамент, выложить кирпичную кладку, сделать крышу, там, покрыть ее, сделать отделку, завести коммуникации, все это делается в конце концов руками каких-то других людей. Мы это с вами можем сделать и своими руками, но это займет много времени, мы можем наделать огромное количество ошибок, и не факт, что если мы посчитаем все затраты, в том числе затраты, которые мы потратим временные на то, чтобы все это изучить, разобраться, сделать и так далее, не факт, что в итоге строение получится у нас дешевле, чем если мы обратились бы в строительную компанию. Если же мы хотим, чтобы нам построили быстро, качественно, с гарантией и по понятной прогнозируемой цене, то мы куда идем? Мы идем в строительную компанию. Вот такая же история и с обучением. Если готов тратить кучу времени, энергии, времени, там, сил, денег и так далее, окей, это самостоятельное обучение. Если нет, если нужен результат максимально быстро, то тебе нужны курсы обучения. Полезные ссылки будут под этим видео, и вот даже для тех, кто, собственно, не готов идти на какие-то платные закрытые программы, у меня есть вам совет и очень полезный для вас бесплатный видеокурс, даже два, который вы можете получить при регистрации на нашем сайте. Заходите на наш сайт, на сайт ao24.io, регистрируйтесь на сайте, и сразу в личном кабинете вам открывается доступ к двум абсолютно бесплатным видеокурсам. Первый видеокурс по валютному рынку, с чего начать, с чем его едят этот валютный рынок, какие инструменты там торгуются, как зарабатывать и так далее и тому подобное. И точно такой же курс, только по фондовому рынку. Как работать с акциями, облигациями, как открыть индивидуальный инвестиционный счет. И это все совершенно бесплатно и ни к чему вас не обязывает. В общем, ссылка будет под этим видео, кликайте по ней, регистрируйтесь, изучайте видеокурсы самостоятельно, не самостоятельно, вместе с нашим участием. Надеюсь, что я был вам полезен. И в сегодняшнем видео, надеюсь, что вам будут полезны другие мои видеоролики, которые вы можете найти на канале. С вами был Глеб Задоя. Лайк, подписка, колокольчик, все как обычно. Ну и дальше продолжаю. Приглашаю вас в комментарии, продолжим там. Всем успехов в инвестициях и торговле, и пока-пока.